эфире РБК, региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза». Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Общественные пространства межвузовского кампуса будут доступны не только его сотрудникам, но и всем жителям и гостям Уфы. Об этом заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров, посетив строительную площадку. Сейчас идут работы по отделке, интеллектуальному наполнению в первой очереди кампуса IQ-парка. В городостроительном смысле планируется создание линейного ландшафтного парка, поднимающегося от берега реки Белой по склону через большую арку с выходом по нескольким наиболее важным и интересным направлениям. Вся территория – это публичное пространство, отметил премьер-министр. Предполагается, что здание в первую очередь имеет собственный вход, и его функционированию не будут мешать масштабная стройка, которая развернется за IQ-парком. Объект планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2025 года. Бизнес-объединения будут оказывать услуги в центрах «Мой бизнес». Соглашение об этом подписали сегодня руководители региональных отделений «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и Агентства Республики по предпринимательству. Представители объединений будут консультировать бизнесменов по бухучету, продвижению, найму сотрудников и по другим направлениям. Стороны также договорились проводить совместные обучающие программы, семинары и консультации. Порой мы видим, что предприниматели боятся, закрываются только потому, что неправильно подобрали те госпрограммы, которые сегодня у нас существуют, неправильно подобрали те системы налогообложения, которые для них представлены, особенно на начальном этапе. Бесплатно подбирая правильное направление бизнеса, обучая, мы уверены, что предприниматель правильно найдет русло и будет зарабатывать свои деньги. В составе бизнес-объединений есть профессиональные консультанты из числа действующих предпринимателей, которые реально знают поддержки бизнеса на местах, в привязке к той или иной территории. В наших офисах будут предоставлены рабочие места, чтобы могло оказываться большее количество консультаций для бизнеса. Сегодня центры по поддержке предпринимательства открыты в 12 городах и районах республики. Сейчас специалисты бизнес-объединений проходят обучение для будущей работы. В Башкортостане построят еще 3 придорожных комплекса. Общий объем инвестиций по ним составляет 520 миллионов рублей. Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. Предполагается, что реализация всех 3 проектов начнется в этом году. Возведение одного из них завершат уже в следующем. Он обойдется в 140 миллионов. В нем будут работать 15 сотрудников. Еще 2 проекта реализуют в 2025 году. На это потребуется более 300 миллионов рублей. В них будут работать еще 38 человек. Будет несколько локаций. В основном это город Уфа. На выездах из города Уфы один проект на Р-240, один проект на Затонском шоссе и один проект будет находиться в Забеле. Земельные участки подобраны. Согласно проектам, придорожные комплексы будут состоять из мини-маркета, кафе, а также 8 заправочных колонок с навесом. Инвестор также благоустроит территорию, построит парковку, установит пост самообслуживания. С его помощью водители смогут подкачать шины, пропылесосить салон и воспользоваться другими услугами. Проект планируют представить на инвестчасе главе региона. Предполагается, что в случае их одобрения они попадут в список приоритетных. На поддержку внутреннего и въездного туризма в Башкортостане в этом году направят более 277 миллионов рублей. Часть из них – федеральные средства. Об этом стало известно на заседании правительства региона. Средства направят на реализацию проектов «Школьный туризм», «Башкирское долголетие», программы «Соцтуризм», организацию проведения событийных, форумных мероприятий, установку системы туристской навигации. Особое внимание Андрей Назаров поручил уделить благоустройству мест для отдыха и сплавов и отсутствию мусора на этих участках. По основным стратегическим показателям республика в числе лидеров в Приволжском федеральном округе. По объему турпотока в прошлом году заняли 3-е место. Объем финансирования государственной программы превысил 460 миллионов рублей. Это выше 2021 года на 30%. Но удалось и привлечь федеральные средства. Основная часть их была направлена на реализацию проекта «Школьный туризм». В итоге в правительстве утвердили проект постановления о пролонгации программы ее бюджета на этот год. Министерству предпринимательства и туризма поручили подготовить новую программу, которая будет запущена уже в следующем году.
Уфа по итогам прошлого года заняла 7-ю строчку среди российских мегаполисов по индексу качества городской среды. Исследование проводило Министерство строительства страны. Столица республики набрала 208 баллов из 360 возможных. Столько же очков набрала Пермь. Первые три строчки заняла Москва. Далее идет Санкт-Петербург и Казань, соответственно. Столица Татарстана опережает Уфу на 8 баллов, Нижний Новгород на 6, Ростов-на-Дону на 4, Екатеринбург на 1. Если взять общественное пространство, наоборот, в Уфе делается очень многое, надо признать. У нас только в том году нас запустили, наконец, парк Пушкадан. Нас открыли и сквер Дайана Мурзина знаменитого, да, которого сам Гитлер боялся и уважал, и аллея Мусагаева. То есть у нас в этом плане все в порядке. Это все в какой-то степени, возможно, перечеркнулось рядом факторов. Людей очень сильно беспокоит транспорт. Это реформа, потому что это тоже о качестве жизни, да, в нашем городе. С этим реально есть сложности, это надо признать. Наибольшее количество баллов среди городов республики набрал Белебей – 215, у Дюртюлей и Агиделя по 213 очков, у Октябрьского – 211. В целом в Башкортостане 76% городов имеют благоприятную городскую среду. Среднее значение индекса для более чем 1000 российских городов составило 192 балла. Президент страны Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить этот показатель на треть. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.